Привет, меня зовут Вика, и серия моих новогодних видео продолжается, поэтому в этом видео мы с вами будем делать сладкие подарки на Новый год. Это видео я снимаю не одна, а с замечательной Александрой, люблю, целую. Она тоже сняла видео на новогоднюю тематику, так что после просмотра моего видео переходи на ее канал и смотри ее новогоднее видео. Она реально снимает очень крутые качественные ролики, так что да. Если ты хочешь попасть в мое видео, то задавай свои вопросы внизу в комментариях под этим видео, либо же к первому незакрепленному посту ВКонтакте на моей странице. А мы начинаем! И для первой идеи все, что нам понадобится, это жидкий маршмеллоу, крем или шоколад, посыпка, а также вафельки и да, вот эта вот прикольная карамелька. Для начала мы берем наши вафельки и делаем из них елочки. Аккуратные елочки, не будьте как я, да. Затем мы берем нашу намазку и просто намазываем. Гениально! Потом мы посыпаем посыпкой, тоже очень неожиданная вещь. И затем из карамелек мы делаем как бы столбик, я не знаю, как это называется, пенек нашей елочки. Ну а для следующей идеи нам опять-таки понадобится жидкий маршмеллоу, крем или шоколад, печенька и также посыпка. В принципе, мы делаем то же самое, но мы намазываем только половинку печеньки, посыпаем посыпкой и отправляем в морозилку часа на 4-5, чтобы она хорошенько застыла. Получается очень-очень вкусно, это серьезно, это очень офигенная штука. Ну и для последней идеи нам понадобится банка, коричневый картон, помпончики, также белый карандаш и клей, шоколадные шарики и да. Для начала я скрепляю и делаю такую себе кольцо-петлю из картона, скрепляю степлером и делаю так, чтобы спокойно снималась и одевалась она на банку. Затем делаю глазки белым карандашом, но лучше сделать краской, а вообще в идеале купить глазки-пуговички, но их перестали завозить, так что да. Потом я прикрепляю носик, засыпаю шоколадные шарики. А в идеале туда еще можно всунуть денежку и будет вообще очень-очень круто. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях какой-нибудь интересный вопросик. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!